Авария произошла в 6 часов утра. За рулем иномарки находился 25-летний парень. Его увезли в машине скорой помощи. Погибшего водителя не могли вытащить из автомобиля больше часа. От удара заклинило двери авто, рассказывают очевидцы. И подбежали ребята, охранники с «Белого лебедя», пытались вытащить вот этот парень, который на черной, ну, кричал, говорил, что помогите вытащить человека. Потом приехали МЧСники, боялись, что не взорвалось, потому что она вроде на газу. На место происшествия приехали коммунальные службы. Они устраняли последствия аварии. Отечественный автомобиль отбросило на тротуар. В результате испорчена облицовочная плитка и фонарный столб. Машина, которая попала в аварию, снесла этот светофор. Когда машина, ну, как бы врезалась в этот светофор, он, получается, да, упал, ну, наклонился, выбило его. Оба автомобиля увезли на эвакуаторе. Перекресток оградили аварийными знаками. Проезжую часть не перекрывали. Движение регулируют сотрудники автоинспекции. Как сообщили нам в ГАИ, на место происшествия выехали сотрудники следственной группы. Они установят причину аварии. Нарушал ли кто-то из водителей правила дорожного движения, выяснят после проведения экспертизы. Сергей Оганесян, Евгений Сысоев, «Панорама».